Лопусик, не надо так делать. Плоские шарики строят вороночку. По нарастающей, да, маленькие потом. Угу. Небесно-голубой или какой-то бирюзовый? Да, или а золотой? Вокруг них такие, как много белых кружочков. Вот такой вот, типа... Кокон, что ли? Да, столб? Только без низа и верха, да. А, вот столб так. Света вокруг этой спиральки из кружочка? Да, таких белых-белых шариков. А сами шарики голубые, да? Или голубо-бирюзовые? Это такие голубые, а все ярко-белые. А белые не эти? Они не как будто улыбаются. Улыбаются? А белые не плоские, а белые объемные? Объемные такие шарики. Сферки, да? Угу. А как ты думаешь, о чем эта энергия? Что, вот как она, что она приглашает тебя? Ну, чего рядом с ней хочется? Или как ты с ней бы взаимодействовала? Стабильность, радость. Как спокойствие, уверенность. Спокойствие, уверенность, стабильность, радость. А, ну, ты рассказала, мне сразу внутрь этой воронки захотелось. Тебе хочется? Получается, как бы, если впрыгнуть внутрь воронки, свечение идет, а потом еще и как голубой кокон, ну, белый кокон вокруг, да, из этих, столб света. А если намерение какое-то, ну, что-то срочно сделать, что-то найти, подсказать и вступить вот в эту воронку, что получится? Как четкая такая направленность. Ну, усиливает, да, дает вектор направленности. Открывай глаза. Можешь взять в руки знакомиться. Это зеленая тара. Ее и целителем, и усилителем, и как у православных скоропослушниц. Быстрое решение любого вопроса к ней обращается. За исцелением, изобилием, ну всем приростом. Ее называют зеленой тарой, связанной с землей. Попробуй соединиться. Появляется она на тонком плане? Ну, живая? Как ваджасатва или... Ну, похоже присутствие такое плазменное? Немного. Но немного другое? Да. Какое под другое? Это... Ну, не знаю, она тоже как улыбается, но... Они разные, что-то да? Что-то другое. То, смотри, она больше вроде как направлена на помощь, если так как люди к ней обращаются. Она-то там своей жизнью занята, но, ну, в смысле, своими задачами. А ваджасатва, он больше такой сам себе, да? Ну, как бы, ну, просветленный, ему там не особо с тобой взаимодействовать хочется. Он сам по себе сидит, это бытие. А вот тара больше с движением связана, да, с каким-то вот, ну, что-то еще происходит, с каким-то вот наполнением, движением, с каким-то действием. Ну, у меня так. Ну, и плюс это инское начало, то янское. Сейчас тревога закончится, и мы будем есть вкусняшечки. Хорошо, Рафурчик? Давай не будешь шуметь. Там один с одной стороны, вы перекличку устроили. Тёмочка, ты не отменяешь свое желание опять выбирать, нет? Так. Есть, да? Можешь посидеть пока с ней. Мы закончится это, сделаем ей маленький алтарик, как тогда, и пригласим в дом. Я поэтому цветочки принесла, чтобы сделать маленький алтарик. Понял?